Значит, смотрите, хочу вам показать. Да, ожидаемая доходность инвест-инструментов в первый этап. Значит, Interchange System от 100 до 500% ожидаемая доходность в год в течение 3-60 месяцев. То есть, какие-то дадут через 3 месяца, какие-то в течение 60 месяцев. Так вот, Interchange System, эта система, она будет, скажем так, не конкурент, а вот блокчейн — это одна система. А мы хотим создать систему Interchange System. Это я буду лекции вообще вести, что такое интерсистем, что такое контролируемый контракт, что такое крипто-юнит в этой системе и так далее. Да? Так вот, это система, которая система взаимообмена между пользователями. Это очень сильная система, которую мы планировали еще, когда вот со SkyWay работали, когда мы создали ПО Евразия, потребительское общество Евразии. Дмитрий Счастливый может вам сказать, и все, кто тогда мы работали, я говорил о том, что мы уже работали и писали программу, как мы создадим. Только это называлось не система взаимообменов у нас, а ну, система взаимообменов, но именно среди пайщиков. Да? А вот мы сейчас разработаем систему взаимообмена между пользователями. Разницы нет, физические лица, юридические лица, магазины это или какие-то банки или еще что-либо. Да? Разницы нет. Должна быть создана система, справедливая система и при этом безопасная. Доходность в месяц через 3 месяца от 3-10% в среднем будет, потому что здесь будут еще валютные операции, валютообмены и криптовалютные обмены и так далее. Доходность в месяц через 12 месяцев от 5-10%. 100 криптоюнита, да, это 300-1000% мы благодаря этому получим. И доходность через 12 месяцев, это будет порядка 15% в месяц. Uni Global Pay, 1000-10000%, я вам показал, да, что такое только обмен валют в системе банковской. Это 2562% вообще-то, да, в год, только на обмене валют. А банковский сектор — это унифицированная такая система в разных направлениях. Доходность через 12 месяцев может быть на уровне 15 или 25 месяцев. Опять же, я это все покажу, когда мы будем работать. Это открытые встречи будут для всех, скажем, держателей токенов. И я буду вам это показывать, чтобы понимали. Но понимаете, здесь какая ситуация, дорогие друзья? Вот когда видят такие вещи, знаете, многие люди не понимают, особенно тот, кто не изучает, что такое вообще инвестирование. Почему в Академии частного инвестора в свое время мы поддержали SkyWay, и мы дали курсы, которые люди платили деньги в Академии. Вот бери их, покупай, и бонусами получишь акции. Чтобы вы изучали и понимали. Потому что иногда, когда я говорю людям, 8% в месяц средний нужно считать прирост капитала, мне сразу задают вопрос: Андрей, покажи место, где 8% в месяц получают. Вот когда мне человек задает вопрос, я сразу же понимаю его уровень знаний в инвестировании. То есть все, это получается не нулевой, это минус даже один уровень. Понимаете, да? И поэтому я очень рекомендую вам, изучайте, что такое Академия частного инвестора, изучайте, какие там есть курсы, изучайте то, чему мы учим, то, чего вы бесплатно вообще имеете. Вот вы же многие там, знаете, как говорят, там, блин, курсы так для понтов, чтобы акции купить. Да там кладезь знаний сумасшедший. Это инструменты, которые даже если вы когда-либо банкротом станете или потеряете там деньги вдруг когда-либо, благодаря этим знаниям вы быстро все восстановите. И тогда, если вы будете вот изучать, вы тогда будете понимать, что это за проценты, которые мы здесь пишем. Фондовый портфель 18-55% в месяц. Эта доходность может быть на уровне 1,5-2,5% в месяц. Я уже говорил, каким образом мы собираемся на фондовом рынке работать. Доходность в месяц через 12 месяцев на уровне 2-3%. За счет чего, опять же, не хочу сейчас останавливаться, это опять же мы дадим конкретика, каким образом на фондовом рынке, вот вы должны понимать, можно через 3 года уже на вложенный капитал получать 5-10% в месяц. И опять же, в курсах, которые вот у вас есть в личном кабинете, там я об этом говорю. Можно вот брать, изучать, и хоть говорят, ну это же курсы там 2011-2012 года. Да какая разница, они вечные. Это все равно, что сказать, ну это деньги там, извини меня, это же деньги там фиг знает когда были. Да как они были деньги, какая разница. Там есть история денег, как они появились, почему. Криптоматы 50-1000% через 12 месяцев, это будет на уровне 15-35% в месяц. SkyWay — высокая доходность, но это через, скажем, как я вам говорил, если вкладываться в адресные проекты, то примерно через
3-5 лет после эксплуатации проекта. То есть в общей сложности 5-8 лет после инвестирования в адресные проекты, очень высокие доходности и плюс еще дивидендный доход там может быть. Какой? Это уже, соответственно, когда со SkyWay мы будем работать, и SkyWay будет платить, и, естественно, мы будем то же самое давать. Недвижимость 50-100% можно получать в год. Доходность в месяц через 3 месяца может быть уже на уровне 10%. 25-50% через 12 месяцев. Золотодобыча и разработка 200-600% и более. Через 12 месяцев может уже на уровне в месяц быть на уровне 10-15%. Это только от инвестиций в первый этап. Инвестиции во второй этап, там не 8 направлений, эти 8, но еще мы добавляем 4. То есть в white paper и в дорожной карте это вы все прочитаете.